В Заволжском районе Твери благоустроена новая зона отдыха вблизи школы номер 50. Работы велись в рамках реализации всероссийской программы «5 шагов для городов», которая направлена на качественные изменения городской среды. Проект разработан госкорпорацией и включает в себя 5 тематических направлений. Среди основных в рамках программы предусмотрены мероприятия по созданию зон для прогулок и отдыха, новых районных точек притяжения на небольшом свободном пространстве в сложившейся жилой застройке. Так, новый корпус школы номер 50 располагается в микрорайоне «Юность», вокруг многоэтажные дома. Теперь у местных жителей появилась зона отдыха, где можно погулять, в том числе с детьми, или, например, присесть, почитать, или же побегать. Здесь установлено освещение, скамейки, выложены пешеходные дорожки, посажен газон и прочая зеленая растительность. Так что в теплое время года на месте бывшего пустыря будет благоустроенное место для отдыха на свежем воздухе.